были всегда такие опасения, что с стадионом, который не пройдет по требованиям Российского футбольного союза, команду не пустят в премьер-лигу. Да? Ну, как пример там приводят, по-моему, Оренбург, который по спортивному принципу вышел в премьер-лигу, но, к сожалению, вот у них тоже стадион не соответствует нормативам, и он остался в ФНЛ. Мы эту проблему, как я уже говорил, что решим в 2022 году. И если по спортивному принципу команда выйдет в премьер-лигу, то я думаю, что мы сможем договориться с Российским футбольным союзом и какую-то часть сезона 2022-2023, ну, осеннюю часть, поиграть пока на существующем стадионе «Труд», а потом уже перейти на новый стадион. Но здесь, безусловно, нужно, чтобы команда перед собой такие задачи ставила. Но, поверьте, никто не сдерживает специально выступление команды.